Всем привет! Сегодня у нас уже 5 октября, и я буквально решила забежать в соседнюю посадку для того, чтобы посмотреть вешенку обыкновенную, вешенку устричную. И смотрите, что я нашла. Смотрите, вот она мелкая, первая вешенка в этом негрибном сезоне 2019 года. Вот эти вот серые маленькие шляпки с белыми ножками, это будут огромные красивые вешенки. Вешенка обыкновенная – это съедобный гриб, тот, который вы встречаете на полках магазинов. Тот, который все не боятся брать, поэтому такую брать тоже не страшно. Сейчас я вам покажу ее поближе, но срывать я ее не буду, потому что она должна вырасти. Видите, у них еще даже пластинки не образовались под шляпкой. Это еще как бы маленький темный гриб на белой ножке. Вот только под вот этими самыми большими можно заметить, что образуются какие-то там пластиночки. Когда эта вешенка уже разрастется, у нее будет воронковидная форма, и мы обязательно на нее посмотрим, если ее здесь не срежут, потому что все-таки это окраина села, и здесь ходят многие. И про этот орех, кстати, да, встречается эта вешенка на разных деревьях, на данный момент это у нас обычный грецкий орех. И вот на этом орехе эта вешенка встречается уже лет 8. Видите, листья еще не до конца опали. Встречается эта вешенка по всем стволам. Ну, в нашем случае начинается она именно здесь. Эту вешенку можно готовить, ее не нужно отваривать. Кстати, при отваривании становится немножко тверже. Поэтому хотелось бы, конечно, насобирать таких грибочков, я думаю, еще неделя-две. И мы будем с уловом. Так что сезон вешенки 2019 объявляю открытым. Черниговская область, Украина. Пока!